нам разрешили на час выходить с детьми гулять на прогулку. Так что я с внуком вышла на аллею от Воинской славы и труда прогуляться. Вот она, Стелла. Посмотрим, что здесь к параду подготовили. Вот такая шляпа. И вот такой цветок. И вот так монумент Вечной славы. И вот аллейка. Еще каштаны цветут. И вот такая аллейка. Были тюльпаны, а сейчас засадили другими цветами. Сколько мы вот ходим с внуком здесь по этой дорожке, сегодня обратила внимание на землю. Видите, вот она, лежат розовые. И вверх подняла голову. И вот что я увидела. Розовый, красивенный каштан. Отцветает ветер, наверное. Вот он. Белый уже отцвел каштан. А розовый еще во всей красе. Но уже начинает осыпаться. Вчера такая гроза была. Ветер. И, конечно, пообсыпалось. Ну, согласитесь, какие свечечки красивые. Бесподобно. Вот это красавец. Дерево. Очень красиво. Свечечки такие. Прямо возле дороги. Напротив парка. Карусели все стоят, не работают. Вот у них все стоит, ждет деток. Когда детки придут в парк, да? Угу. Да. Да, корова. Вот она какая корова. А там тоже баба Ёшка. Вон она сидит дальше. Видишь ее? Вон она сидит. Баба Ёшка. Слоники. Дрова. А, вот он. Какой. Там дедушка Боровичок. Это избушка бабы Яги. Там дедушка Мороз со Снегурочкой. Баба Ёшка, орел и Иван Царевич стоит. Парк уже появились люди, уже кое-где есть. Ну, на час разрешили прогулку, значит, мы вышли тоже с внуком погулять. Котика хочешь погладить? Ну, давай, вылазь с коляски. Вот он. Зайка-побегайка. Сидит. Да? Да, не работает еще внучек. Еще не разрешают. Вот он, стоят все. Качели детские. Все стоят. И там корова. Да. Вот они, люди уже повышли, отдыхают. Вот они, грибочки. Вот. На часок опять вышли с внуком погулять по аллее на набережной. Идем. Степочка! Сквер называется Семеновский, назван в честь меценатов, почетных граждан города Брянска. Семена Семеновича, Павла Семеновича Могилевцевых. Вот такой вот скверик. Вот с внучиком мы пришли гулять сюда на часок, как нам разрешили. Там фонтан. Такой вот скверик небольшой. Идем к фонтану.
фонтан, дети бегают. Вон они мокрые какие. Опа! Да? Видишь? О, на Троице как гуляют дети. Вот они.